Всем здорово, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Stalker of Pripyat с дополнением Misery 2.0.1. Сегодня мы займемся квестами. Давай за сталкером сходим. Договорились. Хорошо. Короче, могут возникнуть проблемы, потому что это логово кровососов. Но я все ему доверю. В принципе, он должен справиться с этим. Кровососы очень сильные твари. И сами по себе, и... Ой-ой-ой. А идти-то далековато. Ну что ж, давайте я промотаю, пожалуй, этот путь. Прикиньте, бандиты дерзкие попались. На меня вздумали нападать. Я с калашом прокачанным. Охереть, ублюдки. Смотрю, короче, блядь, гранаты тут летают. Еще, блядь, что-то. Что за движняк такой? Ублюдки. Вообще какие-то конченые, блин. Главное, я ничего не делал, просто и шел себе вдоль портовых кранов. Дерзкие такие, да ужас. С чем ты тут, днище? Ой, блядь, не взял. С калашом уже полегче. Я вам так скажу. Ты вообще пустой. Блин. Ладно, продолжим. Уже на месте, пожалуй. Это эта дорога, это скучно. А я серии дольше 15 минут буду стараться не делать. Вот мы почти на месте. Но как видите, я добрался сюда почти до ночи. И вот тут, насколько я помню, был тайник. Еще бы ты, тварь, не глючила. Было бы вообще прекрасно. Да, смотрите, что-то лежит. Журнал. Сиги. Журнал, сиги, батончик. Твою мать, бесполезная дрянь. Да уж. Тайники, правда, поменяли, они стали херовыми. Так, давайте поедим. Это у нас проблемы. Ой, бля. Ладно, извините меня, я сожрал против радиации. Да, 1000 я просрал только что. Кнопки перепутал. Да, извините. Да, у меня по патронам все оказалось довольно прискорбно, чем я думал. Потому как я встретил парочку снорков. И пришлось отстреливаться. Плюс я нахожусь на тропе, которую очень любят кровососы. Причем вот там вот, ихнее логово. Так, мне еще далеко идти? Нет, почти на месте. Еще чуть-чуть. Надеюсь, я тут никого не встречу. Дело мое будет херово. Так, ну чё, я на точке. Кажется, я засек логово. Давай скорее сюда. Да, блин. Ну это прекрасно, по-моему. Если ты засек логово, значит, да начнется боль. Так, давайте сохранимся на этом моменте. Прекрасно. У меня довольно быстро черпается выносливость. Это плохо.
Конечно, когда я играл за Рикона, она вообще не отнималась, в смысле за разведчика. То есть при таком беге она почти не отнималась. А вот... Может, это от веса, конечно, зависит. Но у меня вроде бы перегруза нету. Хотя нет, почти. Довольно херово. Но это деньги все равно. Так. Игра работает хорошо, даже подозрительно. Та-та-та, не надо вот этих фризов. Да я уже начинаю жалеть, потому что заикнулся. А вот и где. Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там оно логово и есть. Слушай, проверим, а? Ну. Иди внимательно, они могут появиться откуда угодно. Давай. Я с тобой. Пацанчик, не туда, не надо туда. Блять, в угол. Звук слышал? Слышал? Ладно, ерунда. Нихера это не ерунда, страшно-то как. Я с тобой. Ну тебя нахуй, я в уголе, в углу стану и все. Я буду тут жить. Что-то есть. Прикрой меня, ага. Ага, где? Ух ты, красавчик. Я херею. Да все, мы их сделаем. Пацан, ты где? Слышишь? Где ты, парень, блядь, мне без тебя страшно. Фу, блядь, не пугай меня так, пожалуйста, больше. Давай, проходи. Тут нет никого. Боже мой. Да, это весело. Я вам так скажу. Что там? Там есть? Блять, там есть. Там кто-то есть. Чему я так боюсь его? Ты красава просто! Ты тупо демон! Он выносит его их на раз. Что у него там за ствол такой? Надо мне бы на автоматику поставить, а то жопа. Мочи его. Убил? Сука. Я ж не то сделал, надо было просто перевязаться. Мёртв? Хорошо. Иди, вот тут, наверное, можно будет попасть в подвал. Так, у меня одна обойма. Ну, допустим. А, подожди, так у тебя этот S2000, только он... Так он с коллиматором у тебя, походу, да? Ага. Так, теперь разве что прыгать. Давай за мной! Ну, ладно. Хорошо. Ты там? Так, все, нахер сохраняемся. Коленки не расшиб, нет? Да нет, нормально. Пошли. Проверим помещение. Что тут есть? А вы видите, кстати, с этим... с прибором ночного видения все как-то попроще. То есть, их видно.
Так, насколько я помню, тут сталкера должны лежать. Да-да. Ёб твою мать. Да, следы когтей. Парень, я богат. Не трожь. Ё-моё, да они... На прошлых жмуриках такого не было. Так, тут что тут? Я не могу его поднять, он там за решеткой. Так. И вот еще один, да? Так, Данилы тут нет. Пошли отсюда. Я уже глобально перегружен. А ты где? А вот. Так, давайте сохранимся. Моя специальность. Да и с практикой насчет взлома у меня сложилось, ага. Да-да. Вот на этом, пожалуй, закончим. 11 минут. В следующей серии продолжим исследовать логово кровососов. С вами был Марс. Всем спасибо, всем пока, до новых видео. Все, музыкальная пауза.